что такое. Что такое? Такое ощущение, что у меня внутри что-то тает. В прошлой цивилизации называлось «теснит грудь». Такое и другие странные ощущения испытывает все население нашего созвездия. Это связано с тем, что наше созвездие попало в зону влияния особой, новой энергии, изучением которой мы сейчас занимаемся. Доложить о странных ощущениях. Ровно минуту назад многие были охвачены странным желанием смотреть друг другу в глаза. Через 32 секунды у большинства появились те же ощущения, которые только что отметили вы. Странного таяния и теснения в области сердца. Явление характеризуется общим, постоянным, навязчивым желанием смотреть на небо, в сторону планеты Земля. Еще. Вчера на рассвете я сам ощутил непреодолимое желание посадить какой-нибудь цветок. Так. Ничего себе. Можете установить конкретный источник энергии? Да. При помощи сектора ясного видения. Вы можете ясно видеть Землю? Я не знаю. Но при концентрации потока я попробую поработать в зоне его окончания. Начало. Начало. А вы можете сконцентрировать поток? Да. Прошу выйти из зоны. Маленькая деревня. Она ближе всех к небу. Солнечные часы на снегу. Что это такое? Я не знаю. Я вижу егеря. Это приятно. Что это, егерь? Я не знаю. Но это очень приятно. Я вижу детей на соломе. Это красиво. Вы видите источник энергии? Да. Это егерь. Он смотрит сюда, и от него идет свет. Какой свет? Свет любви. Это свет любви. Что такое любовь? Я не знаю. Это чувство. Чувство?
Только этого нам не хватало. Наша цивилизация давно покончила со всякими чувствами, или, как их называли, эмоциями. Мы люди созвездия неземной красоты. Здесь все четко стоит на своих местах. И никаких горячих сердец. Мы здоровы, сильны и спокойно взаимозаменяемся. Расчет, сила, красота и красота. И никакая земля не может нарушить нашей гармонии. Да что этот егерь вперился в наше созвездие? Чего ему надо? Других, что ли, нет? Похоже, что сегодня нам с тобой выдалась добрая ночь, егерь. А я знаю, почему ты сидишь здесь целыми ночами. Ты ждешь своего звездного часа. Того самого, когда тебе на голову с неба упадет счастье. Как ты догадался об этом? Ну, а зачем же человеку из города ехать в нашу деревню? Но ведь в городе тоже есть небо. Не делай из меня ребенка, егерь. Ты сам знаешь, что наша деревня ближе всего к небу. И звезды здесь самые крупные. Но одно я все-таки у тебя спрошу. Почему ты привязался к этому созвездию? Не знаю. Может быть, потому что оно похоже на разбитое сердце. Откуда вы знаете, что эта деревня ближе всего к небу? Этого я не знаю. Я это вижу. Но это абсурд. Одна маленькая деревня и один егерь не могут излучать столько энергии. Этого я не знаю. Но они излучают. Если помешать им. Нет-нет. Здесь речь идет о психической энергии. А уничтожить чувства невозможно. Могу объяснить подробнее. Объясните. Только недолго. Человеческие чувства живут в горячих сердцах. Вера, надежда, любовь — это их основные названия. Они передаются от сердца к сердцу. От этого чувства множатся, как волны, и могут охватывать огромное пространство. И никто и ничто не может их остановить, кроме людей с холодным сердцем, в которых никакое чувство не находит ответа и умирает. Один человек без сердца, заброшенный на землю, может поразить огромное количество чувств. Понятно. Нужен ребенок. Последняя модель. Самая последняя. Маленькое зернышко, заброшенное на землю, начнет расти и даст всходы. По моим подсчетам, через 10 дней мы начнем дышать свободно. На земле за это время пройдет 10 лет. Да хоть 100. Вы-то что о них беспокоитесь? Лучше подумайте о способе доставки.
Все произошло, как и рассчитывали. Не совсем. Мать очень кричала. Потом она бросилась за ним. Странно. Меня уверяли, что с материнской любовью у нас давно покончено. Только долг. Надо пригласить эту женщину на заседание совета. Это невозможно. Она бросилась за ним туда. А, смотри, смотри, смотри. Объектах наблюдения. А, ваше последнее изобретение. Если бы мы не раззвонили о нем по всей Вселенной и не вложили бы в серию такие немыслимые средства, мы бы с вами сейчас более походили на мужчин. А? А у матери было такое ожерелье? Да. Многие женщины носят его как украшение. Thank you.
Почему ты не скажешь людям, что он упал с неба? Нет. Не надо зря пугать людей. Люди боятся непонятного и будут относиться к нему со страхом. Я спрячу его плащ и ожерелье у себя. Так надежнее будет. Пусть растет, как все. А там мы посмотрим. Пусть пройдет 10 лет. Интересно, какие завтра будут подарки? Спи. Я бы хотел краски. Да будут тебе краски. Умели целый год делал их. Спи. А что б ты хотела?
белую шелковую ленту. А ты? Чего бы ты хотел? Я бы хотел, чтобы вы спали. Ну, правда. Ой, смотрите. Я хочу это нарисовать. Откуда такой дым? Из трубки. Это курит егерь. Как курит? Так делают люди. Как это делают? Ему стыдно, и поэтому он курит по ночам, чтобы его никто не видел. А я вижу. Отойди сейчас же от окна. Нехорошо подсматривают за людьми. Мы от тебя этого не ожидали. Я тоже не ожидал, что вы по ночам такие злые. Я завтра вас нарисую. Ой, да уймешься ты когда-нибудь? Я завтра вас нарисую. Ну вот, он обиделся. Теперь с ним ничего не поделаешь. Эй, егерь! А зачем ты куришь? Я больше не буду. Ну, прошли ваши обещанные 10 дней. И что? Дышать стало еще труднее. Почему? Ни одного ответа на элементарные вопросы. Потеряна связь. По-видимому, на них нет ожерелья. Одного просто нет, а другое. 10 земных лет передает одно и то же ущелье в горах, вид которого изменяется согласно временам года. Вот и все. А мальчик? Она же видит деревню. Она видит только тех, кто посылает к нам свои чувства. Что ж, значит, мальчик ни разу не взглянул на небо? Ничего себе. Последний образец. Забыть свое родное созвездие. Ну, что там на земле? Ой, какая прелесть. Это малыш. Наш? Нет, другой малыш. А он-то чего хочет? Не знаю. Он сияет. Это свет надежды. Что такое надежда? Это чувство. Еще одно? Сколько же их там? А, я поняла. Он надеется нарисовать наше созвездие. Нарисовать? Когда? Завтра. Это опасно? Это непредсказуемо. Так что же вы тогда паникуете? Ну вот, во Вселенной над нами смеются. Малыш отключился. Ну что, малыш, иди спать, а то простудишься. Thank you.
Каков мальчик, а? Победитель! Герой! А вот венок это уж слишком. Нет. Смотри, не задрал бы он нос, а? Нет, наш мальчик не такой. Ты посмотри, как его любят, как он вырос. Победитель! Ты должен гордиться таким сыном! Разбудит доброго волшебника. Кто попадет 5 снежками в 5 мишеней, тот преподнесет всем сюрприз. Итак, вперед! Смотрю. А если никто не попадет, ведь не будет сюрприза. Тогда я попаду. Давай.
Совсем глубокий снег. Дороги совсем не видно. Поворачивать надо. Смотрите, смотрите. Там такая тьма. Не надо было идти на этот перевал. Не надо было. Теперь поздно. Поздно говорить. Дальше не пойдем. Не поворачивай! Пошла! Не делай этого! Мы пойдем только вперед! Не пущу! Поворачивайте назад, вы замерзнете! Да остановите же ее! Погибнете из-за меня! Я дойду одна! Дети совсем замерзли! Я вошла почти всю землю, осталось совсем немного! Ну, пожалуйста! Вы слышите, что она думает, эта нежная женщина? Отпустите ее одну! Ни за что и никогда! Мы великие актеры, рыцари всех времен и народов! А? Бросить мать! А ни за что! Но! Но, милая! Не спи, когда друзьям не спится. Пусть ветер зло толкает в грудь, свои сомнения прогони, и в этот час себя забудь. Thank you.
Это он. Мы видим, что это он. Причем ясно видим. А откуда вы знаете, что это он? Я не знаю. Я вижу. Наглотатели будут? Конечно, будут. И дрессированные обезьяны? Будут и обезьяны, только завтра, завтра. Тебя ждет удача. А у вас будет много счастья, радости в жизни. Иди сюда. О! Долгая жизнь у тебя будет. Счастливая рука. Послушай, не делай этого. От нас следов нет. Мы легкие, как ветер. Понял? Пришли и ушли, над землей пролетели. Были, не были, кто скажет? Понял, только я уже нарисовал. Вот. Очень хорошо. А ты что сюда не идешь? Высоко стоишь. Ну-ка иди. Я тебе такое слово скажу, еще выше стоять будешь. А ты сиди, дорогой. А ты принеси одежду, в какой он родился. Thank you.
раз я пришла, значит, правду скажу. Гони правду скажу, убей правду скажу. Ничего со мной поделать нельзя, раз я пришла. Твой дом не здесь. Твой дом на небе. Ты с неба сюда пришел. Ты в другой одежде родился. Под другим солнцем, под другой луной. К тебе идет твоя мать. Давно идет. Красавица, как звезда. Устала совсем. Ты встречай ее. А егерь? Кто он? А егерь тебя в лесу нашел, когда ты с неба упал. Ну что, егерь, есть правда на земле? О, наконец-то. Первый мужской вопрос. А действительно, есть ли там правда? Сразу стало как-то легче дышать. Чувствуете? Возможно. Смотреть на этот общий крик на лужайке. У каждого из вас должен быть свой щенок, а у каждого щенка должен быть свой хозяин. Что ты об этом думаешь, дитя? Ну? Во всяком случае, в этом есть что-то новое. Это мой щенок! Твой любимый щенок, как у нас? Нет, не как у вас. И никакой не любимый. Просто мой и больше ничей. А откуда щенок будет знать, что он твой и больше ничей? Он сразу это поймет, когда я привяжу его на веревку к моему поясу. На веревку? Веревка ж оторвет щенку голову. И оторвет, если он будет рваться с этой веревки. А потом, когда пес вырастет? Не беспокойся. И тогда он меня не одолеет, потому что к этому времени я скую ему цепь. Жаль, что ушли эти бродячие фигляры. Тебе надо было попроситься к ним. И танцевать целый день перед толпой за медную монетку. Зато сколько зрителей! А здесь на тебя смотрит один малыш. Дня рождения несравненной инфанты, последний день лета будет устроен грандиозный праздник в собственном летнем дворце. Приглашаются все дети королевства. Готовьте свои лучшие наряды, снаряжайте самые прекрасные экипажи.
Вы покажете перед инфантой свою смелость, ловкость и красоту. Инфанта изберет себе кавалера. И самые красивые и послушные девочки будут ее фрейлинами. Спешите, спешите, спешите! Эй, малыш, ты знаешь инфанту? Ты что? Конечно, нет. Значит, ты не сможешь нарисовать ее? Ты что? Конечно, смогу. Но учти, это самая красивая девочка в мире. Какая? Вот такая. Жаль, что ускакали герольды. Тебе надо было попроситься в кавалеры к инфанте и ехать во дворец. Блестящий наряд у тебя уже есть, а в великолепный экипаж мы запряжем тебе самую бодучую козу. Боюсь я за эту плесунью. Как бы она случайно не сломала себе шею. Не придуривайтесь, живописец. Что привело вас сюда на этот раз? Что растревожило ваше нежное сердце? Птички? Зайчик? Первый солнечный луч? Такой розовенький, а? Я рисую вид с твоей горы. С моей горы? А? Ну что ж, а вдруг его полотна войдут в историю? Ладно, оставайся. Только надо завязать, дружок, покрепче твои уши. Итак, дети. Кто у вас в деревне самый меткий? Вы хотите сказать все? Да? Но согласитесь, что все не могут быть самыми меткими. Самый меткий – это один человек. Единственный. Лучший из всех. Первый. Но мы все. Вы все были меткими, ты хочешь сказать, дитя мое. Да. До сих пор вы действительно были равны. Когда палили булыжниками по своим огромным шапкам. Просто потому, что здесь труднее промахнуться, чем попасть. Так вот, самым метким будет тот, кто выстрелит из этой штуки и попадет птице прямо в глаз. Для начала будем тренироваться на зверях. Звезда, но они ж нас не боятся совсем. Мы же их кормим. Смотри, стоят и ждут. Стоят? Ну вот мы их и попугаем. Раз и навсегда. Thank you.
мой последний выстрел. Меткий, в твою честь. Нарисуй его, дитя. Знаешь, я лучше нарисую ее детей. Каких еще детей? Таких, бабочкиных. Сидят малюсенькие в гнезде. Одни. И никогда ее не дождут. Ну все. Точка. Больше ты никогда ничего не нарисуешь, гений. Ну, реви. Может, кто-нибудь пожалеет тебя? Не надо меня жалеть. Теперь я буду рисовать у себя в голове. Только и всего. Завтра я нарисую инфанту или еще что-нибудь. Но ты этого не увидишь. Да. Ты умеешь держать меня за горло. Ладно, дети. Надо собирать эти его краски. Давайте пока скорее не пошел дождь. У тебя нет сердца. Зачем ты это сделал? Ты не понимаешь меня, егерь. Мне не нужно никакого сердца. Я должен стать самым сильным, умным, богатым. Богатым? А что значит богатым? Я не знаю, но я должен им стать. Понимаешь? Я так устроен. Но тогда тебе придется стать кавалером инфанты. Иного пути к золоту у тебя нет. Странные мысли порой приходят тебе в голову, малыш. Знаешь? Не более странное, чем тебе, егерь, порой. Вот вчера, например, все твои разговоры о холодных и горячих сердцах. Сколько красивых слов ты сказал. Все развесили уши. А как ты узнаешь, какое оно там сердце, холодное или горячее? Перевяжет вам ноги. Нет, спасибо. У меня нет времени. Я иду к сыну. К сыну? А где он? Не знаю. Но на нем должно быть вот такое ожерелье. Это мать звезды. Это мать звезды! Покажем его маме!
Ну вот, мальчик, к тебе пришла мать. Откуда ты взял, что это моя мать, егерь? Я узнала тебя. Разве ты видела меня когда-нибудь? Нет. Но сердце мне говорит, что ты мой сын. Это что-то новое. Говорящее сердце. А ты знаешь, что я упал с неба? Да. Да, мы летели с тобой вместе. Ты летела по небу в этих лохмотьях? Представляю, как эти крылья хлопали там на ветру. Ка-ка! Я никогда не наказывал тебя, мальчик. Но теперь ты отвратителен. Успокойся, егерь. Ты мне никто. И никто не смеет до меня дотрагиваться. Я здесь жду свою настоящую мать, которая прилетела с неба, чтобы забрать меня из этой вашей деревни. Твоя мать пришла. Не дурачь меня. Грязная нищенка не может быть моей матерью. Я искала тебя 10 лет. Вот, шарик из моего ожерелья. Посмотри, он такой же, как у тебя. Ты украла его у цыганки. Она украла его у цыганки! Нет. Она воровка! Она воровка! Это за образина. Это ты, когда прогонял свою мать. Она мне не мать! Ну все, достаточно. Неужели вы думаете, что я буду всю жизнь жить с вами в этой дыре? Я буду прекрасно жить и без вас. А ваша деревня еще когда-нибудь вспомнит меня.